целом криминогенная обстановка в регионе управляемая. Об этом заявил сегодня в рамках пресс-конференции прокурор Брестской области Виктор Климов. Согласно данным, 2015 год хоть и был отмечен некоторым подъемом уровня преступности, но все-таки позволил Брещине сохранить статус самого безопасного региона в стране. Сократилось число рецидивов, разбойных нападений, грабежей, мошеннических действий, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и при управлении транспортным средством. Криминогенная ситуация под контролем. Все субъекты и правоохранительной деятельности, да, все правоохранительные органы области работают достаточно слаженно, четко, в тесном взаимодействии с местными исполнительными распорядительными органами. Если мы говорим о цифрах, да, то количество преступлений, совершенных в Брестской области, оно, в принципе, если мы берем на душу населения, оно меньше, нежели чем в других областях республики. В то же время сегодня существует и ряд проблем, которые требуют незамедлительного реагирования и решения. В наступившем году особое внимание будет уделено предупреждению преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Усилия заинтересованных структур будут направлены и на противодействие наркомании в молодежной среде, и на недопущение совершения противоправных деяний несовершеннолетними. Актуальными для прокурорского надзора останутся вопросы экономического характера, особенно в части выплаты заработной платы, взыскания дебиторской задолженности, реализации госпрограммы, проведения госзакупок. Серьезные меры будут предприняты и в борьбе с коррупцией. Я думаю, что у нас в государстве система законодательства создана. Прокуратуре необходимо осуществлять надзор за исполнением этого законодательства. И мы это будем, конечно, делать. Если говорить о категории преступлений, то, конечно, преступления, связанные с коррупцией, то прежде всего, конечно, я уже сказал, это распоряжение государственной собственностью, землей. Здесь достаточно много почвы для злоупотребления. Это распоряжение, конечно же, бюджетными средствами, да, при реализации государственных программ, модернизации производства. На коллегии, которая также состоялась сегодня в городе над Бугом, были озвучены итоги деятельности прокуратуры Брестской области за минувший год, а также обозначены цели, задачи и приоритеты на 2016. В мероприятии приняли участие как представители самого ведомства и исполнительной власти, так и сотрудники смежных структур и организаций. Такой расширенный состав оправдан. Только совместными усилиями можно добиться серьезного результата в максимально короткие сроки, что особенно важно в деле профилактики преступлений и правонарушений.